Файн, поехали. Попытки проведения удушающего приема. Аплодируем спортсменам, какое мужество спортсмена. Попытка проведения удушающего приема. Прием называется гильотина, неудачно. Аплодируем спортсменам, красиво. Очень динамичные, очень красивые поединки. Я думаю, даже те, кто сегодня впервые присутствует на таком турнире, вид спорта понравился грэпплинг. Баллы. Два балла за переворот, техническое действие, называемое переворот, получает Адаев Ислам. Осталось 3,5 минуты. Еще более чем достаточно времени для проведения любого приема, даже который придет до срочной сдачи. Но напоминаю вам, что поединок ведется 8 минут, и спортсмены до этого провели уже множество схваток. Возможно, накопилась усталость, возможно, накопились
какие-то травмы. Давайте поаплодируем, поддержим их. Это финальный поединок. Финальный поединок весовой категории до 87 килограммов. И на ковре Красовицкий Александр, чемпион, обладатель Кубка мира по грэпплингу. А также Дадаев Ислам. Осталось 2 минуты. Поддержим спортсменов, поддержим принципиальный поединок, принципиальный финал. Очень принципиальный поединок. Болельщики, поддерживайте, поддерживайте, аплодируйте. Остается очень мало времени. Меньше минуты, 58 секунд. Не спорим с судьей, продолжаем поединок. Очень красивый поединок, очень динамичный, подходит к концу, осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, стоп! Уважаемые друзья, судьи, разбирайтесь.